Всем привет, дорогие друзья! С вами Пирофокс. Сегодня мы с вами будем готовить кальцинированную соду, ну или каустическую. Точнее, это карбонат натрия. Не перепутайте с гидрокарбонатом натрия. Итак, для этого нам понадобится пищевая сода. Такое дело, я открываю пачку, а тут вот такой вот кусок. Значит, нам нужно его просто очень. Этого мало, сразу добавляем еще. Идея. Простой метод, как можно измельчить соду или что-то еще. Как видите, она сама по себе комкуется, потому что гидрокарбонат натрия в реакции нагревания у нас с вами разлагается на воду и карбонат натрия. О, пузырек углекислого газа выделился у нас с вами небольшой. Видите, увидеть желтое пламя. Желтое пламя. Ну, в общем-то, дорогие друзья, через где-то пару секунд будем выключать. Смесь готова. Даем ей остыть и давайте взвесим, сколько у нас получилось. Дорогие друзья, вот такой вот получился у нас с вами карбонат натрия. Как его можно отличить, дорогие друзья, от обычного гидрокарбоната натрия? Ну, кроме как по вкусу. По вкусу он горький, дорогие друзья, горче, чем обычная сода. Обычная сода, она как бы так, она вообще не горчит. А вот если попробовать на вкус вот немножко вот столько вот, очень горький, дорогие друзья, бя. Не могу. Дорогие друзья, она очень горькая, поэтому получилось как-то так вот. Ее можно использовать для нейтрализации разных кислотных средей. Ее, дорогие друзья, можно использовать для нейтрализации некоторых растворов. Получилось как-то так вот. Давайте, дорогие друзья, протестим ее. Давайте для этого мы с вами возьмем раствор железного купороса. Поэтому давайте возьмем баночку. Насыпем туда железного купороса и растворим в воде. Итак, я растворил железный купорос. Давайте мы с вами возьмем небольшой мерный стаканчик и насыпем туда немного данной соды. Thank you.
дорогие друзья, как видите, то есть нейтрализация идет совсем другим путем. И получается уже, то есть, чистый карбонат. Он, то есть, получается, дорогие друзья, совсем по-другому. Давайте мы это повторим, но с обычной содой. Итак, давайте еще раз растворим. Примерно такое же небольшое количество я добавил. Давайте снова растворим его. Снова фейл. Итак, ну, более-менее растворился. Теперь давайте возьмем обычную пищевую соду и сравним реакции. Как видите, то есть раствор, дорогие друзья, переходить в карбонат, то есть из железа, не хочет. Не то, что в случае с нашим карбонатом натрия, то есть он с карбонатом натрия реагировал бурней, и то есть сразу же образовывался карбонат железа. Давайте взвесим, сколько у нас тут получилось карбоната натрия. Включаем весы. И начинаем насыпать наш карбонат натрия. Итак, в итоге мы получили 118 граммов. То есть 118, заметьте. То есть давайте теперь примерно на глаз я попробую взвесить такое же количество обычной содой. Вот гидрокарбонат натрия, а вот карбонат натрия. Совсем два разных количества. То есть это преимущество данного вещества. То есть оно в количестве больше, то есть, но по массе меньше. То есть если бы мы по массе взяли бы такое же количество, оно бы весило меньше. Так как это, так сказать, просто, то есть мы выпарили, так сказать, воду отсюда. Но это не совсем так. По химической реакции можно понять, что это совсем по-другому. Вот такое вот получилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.